guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the left. Flag up now, and you can see the stars and stripes. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Москва. Центральный институт машиностроения. Готовится эксперимент, не имеющий аналогов в истории человечества. Эта суперпушка стреляет чистыми алмазами. Скорость полета снаряда почти первая космическая. 7 километров в секунду. Возможно, именно она поможет раскрыть тайны метеоритов, астероидов, комет и спасет человечество от внеземного вторжения. Март 2013 года. К Земле приближается комета Панстарс, которая обещает быть самой яркой в этом веке. В России до середины апреля ее можно видеть невооруженным глазом. Астрономы со всех концов света собираются в экспедицию на Архыз, чтобы там, в горах Кавказа, наблюдать редчайшие события. Проход этой кометы станет ярче печально известной кометы Галлея, которая при своем появлении каждый раз была предвестником чудовищных бедствий и войн. Люди всегда воспринимали кометы как знак беды. Пришествие кометы Панстарс заранее спрогнозировали и рассчитали. К ней готовятся. Однако за месяц до этого случилось то, что предугадать было невозможно. Люди, как обычно, утром спешили на работу, ехали по делам, в школах готовились к урокам. И вдруг безмятежное голубое небо раскололось пополам. Челябинск содрогнулся от небесного взрыва. Шок и паника. Выбитые окна. Сорванные двери, рухнувшие стены. Тысячи раненых, миллионы напуганы до смерти. Земля подверглась атаке из космоса. В социальных сетях гадают, это что, военное нападение? Или начало вторжения инопланетян? Эти кадры облетели весь мир. Однако до сих пор не ясно, что же случилось с тем холодным февральским утром. Посмотрим на структуру этого Челябинского метеорита. Вот. Москва. Институт геохимии РАН. Сюда поступили образцы, найденные на Земле после Челябинского происшествия. Эти небольшие осколки и части огромного тела, которое нанесло России миллиардный ущерб. Здесь такие черные жилы, это значит ударный расплав, который образовался в космосе. Ученые приходят к выводу, что небесное тело еще до падения на Землю оплавилось, столкнувшись с неизвестным объектом. Но с каким? Ракета, НЛО или же другой метеорит? Эту загадку исследователи еще не разгадали. Пока же ясно одно – Чебаркульский болид – по своему составу каменных андрит, но очень редкого класса. Андриты по составу, по содержанию нелетучих элементов очень близки к Солнцу, поскольку в Солнце, вообще говоря, сосредоточена основная масса системы солнечной, да, то это означает, что вот хондритовый состав был какой-то первичный состав для вообще всей Солнечной системы. В феврале на нашу планету упало Солнце. Человечество стало свидетелем визита посланника из центра Солнечной системы, очевидца рождения нашей Вселенной. Инопланетный визитер, зайдя к нам в гости, громко хлопнул дверью. Но что он нам принес? Окаменевшие бактерии или одноклеточные организмы. Вот это было найдено. И это, конечно, был шок. Исследовав сотни метеоритов, российские ученые нашли окаменелые останки микроорганизмов. Вот они, пилоты внеземного корабля. Таких бактерий хватает и на Земле. Их можно увидеть, например, летом на водоемах. Тогда говорят, что вода зацвела. Видите, дырочки такие. Вот они. Это поры. Метеориты, в которых нашли микроорганизмы, старше Земли. С помощью посланцев из космоса ученые пытаются разгадать великую загадку Вселенной. Есть ли жизнь вне Земли? Это говорит о том, что жизнь произошла не на Земле. Она могла потом происходить на Земле. Это другой вопрос. Но считать, что Земля была центром зарождения жизни, это неверно. Пока наша Солнечная система формировалась, жизнь уже где-то была. Только один тип метеоритов – это углистые хондриты. Углистые хондриты, они содержат такие остатки. Все остальные не содержат. Есть ли следы жизни в Челябинском хондрите, ученые еще не знают. Тайну уральского метеорита предстоит раскрыть. Ученые Академии наук совместно с лабораторией Центрального НИИ машиностроения моделируют падение метеорита на Землю. Скорость болида при входе в атмосферу десятки километров в секунду. Чтобы повторить процесс соударения, ученые используют уникальную 6-метровую пушку. Подобных установок, способных разогнать снаряд до космических скоростей, в России больше нет. В мире таких пушек единицы. Она выстрелит снарядом в пластину, которая имитирует земную поверхность. Летит метеорит. Давайте представим, это углистый хондрит, в составе которого есть водород, кислород, углерод, азот, фера, фосфор и все, что хотите. Так, не все, что хотите, а калий, кальций. Ну, к примеру, так. Теперь дальше. Происходит удар. То есть за счет гравитационного поля, которое существует, вот энергия этого гравитационного поля, передается в удар. В мишень я бы поставил нитрит аммония, где содержится азот, кислород и водород. Там есть эти вещества. Металлическую пластину с нитритом аммония устанавливают в специальной вакуумной камере. Условия почти космические. Гигантское орудие наводят на цель лазером. Есть! Дальше! Есть. Удастся ли заснять момент удара модели метеорита о пластину, предугадать сложно. Слишком велика скорость полета, а шанс только один. Возможности повторить эксперимент не будет. Подмосковная обсерватория «Кадар». Здесь с нетерпением ждут рандеву Земли с хвостатым пришельцем, кометой Панстарс. В этом году она станет рекордно яркой. Такая удача выпадает нечасто, поэтому сейчас все телескопы направлены именно на нее. Это первая комета, наверное, на веку молодого поколения, которое увидит подобную хвостатую гостью света. Ну а самые первые снимки, которые вот получены сегодня, буквально сейчас посмотрим их. Комета еще совсем близко к Солнцу. Когда она уйдет из зоны сумерек в темное небо, то мы заметим яркий шикарный хвост. В следующий раз эта комета пролетит в зоне видимости примерно через 110 тысяч лет. Последний раз наблюдали такую яркую комету в 1997 году. Тогда рядом с Землей пролетела комета Хейла-Бопа и натворила немало шума. Вселенная. Наша Солнечная система. Неумолимый бег планет вокруг небесного светила. Где-то между Юпитером и Марсом есть таинственное место. Там, под действием гравитации, миллиарды лет обречены вращаться по кругу непрекаянные космические бродяги. астероиды. Солнечная система — это большой, огромный конгломерат тел, не только планет больших, как Земля, там Юпитер, но и малых тел Солнечной системы, кометы, астероиды, метеороиды. Мистические, малоизученные небесные тела, уродцы неправильной формы, которые не стали настоящими планетами. По современным представлениям, все планеты образуются из малых космических тел, которые, сталкиваясь между собой, объединяются, и начинается рост планетного тела. Некоторые из астероидов диаметром в сотни километров. Они так и не нашли свою пару, чтобы, столкнувшись, превратиться в планету. Осколки астероидов, падающие на Землю, называются метеоритами. Все это вращается и по правильным, и по неправильным орбитам. И, конечно, проникают эти объекты, проникают внутрь Солнечной системы и появляются и вблизи Земли в том числе. Так начинается их смертоносное путешествие по Вселенной. Трудно предугадать, с какой новой планетой столкнется это неуправляемое тело. Луна — ближайший спутник Земли. От нее до нашей планеты по космическим меркам всего ничего — 350 тысяч километров. Даже невооруженным глазом в ясную ночь можно заметить, что вся поверхность Луны в кратерах от падения астероидов и метеоритов. Они так велики, что астрономы назвали их морями и даже океанами. Озеро Смердячее, Подмосковье, Шатурский район. Это место стараются обходить стороной. У озера дурная слава. От него всегда исходил сильный зловонный запах сероводорода. Отсюда и название «Смердячее». Пейзаж будто создан для съемок фильмов о сказочной нечисти. Что с озером не все чисто, первым заметил ученый Николай Филин. Слишком уж идеальной формы оказался этот водоем. Если посмотреть на карту, будто бы очерчен гигантским циркулем. Открылась такая вот панорама замечательная, громадная воронка. Ну, что может такую воронку организовать? Только мощный взрыв. Что это? Метеоритный след? Всего в сотни километров от Москвы. К тому же соседние со Смердячим озера, хотя и не имеют округлую форму, расположены необычно. Все на одной линии. Здесь вот все эти озера, они образовались в один момент, можно так сказать, от одного космического тела, которое при входе в плотные слои атмосферы, оно разрушилось. Озерами заинтересовалась Академия наук. В Институте геохимии и аналитической химии РАН космический материал изучают десятки лет. Сложно поверить, что эти бесформенные булыжники — частицы других планет. Миллиарды лет назад вместе с газами и пылью они формировались в небесные тела. Гордость коллекции — метеорит, упавший на Бородинское поле в 1812 году, в канун знаменитой битвы. Тогда его сочли добрым знамением, предвестником победы. Он упал в расположение артиллерийской батареи 11-го Псковского полка 7-й пехотной дивизии генерала-лейтенанта Капцевича. Все известно. Есть экземпляры помассивнее. За 260 лет существования коллекции ученые собрали больше 1500 фрагментов метеоритов. Ну, вес этого экземпляра порядка 1 тонны. Конечно, его абсолютно невозможно сдвинуть. Даже вот маленький, конечно, да, даже вот такой образец, это, наверное, весит килограмм 30. Многие метеориты – находки простых граждан со всех уголков России. Не специалисту понять, правда ли камень прилетел из космоса, или это осколок простого кирпича, довольно сложно. Настоящий метеорит серого цвета, массивный и прочный. Продираясь сквозь плотные слои атмосферы, небесные тела нагреваются, плавятся и чернеют. Они вот такого очень невзрачного светло-серого цвета, большинство метеоритов. А когда они лежат на земле, они портятся, ржавеют, темнеют и утрачивают свой первозданный вид. Ежегодно сюда приходят десятки посылок. Морская галька, кирпичи и булыжники. И весьма редко ценные экспонаты. Космические странники, метеориты. Почему-то население считает, что вот то, что округлое, это тоже должно быть метеоритом. Это, как правило, галька. Наиболее оригинальное поступление из этой группы – это был кусок кирпича из Краснодарского края, уверяется, что падал, и кусок наждачного круга из Петербурга. В эту лабораторию попали и образцы из озера Смердящее. Ученые выяснили, в собранных фрагментах есть оплавленный при ударе материал местных осадочных пород. То есть озеро действительно кратер, который образовался от сильного удара метеорита, совсем рядом с Москвой. Небесное тело было диаметром около 20 метров, масса до 13 тысяч тонн, энергия взрыва 250 килотонн тротила, что в 10 раз превосходит энергию взрыва американской атомной бомбы, разрушившей Хиросиму. Сила удара в эксперименте ученых будет такой, что выдержит не каждый материал. Для имитации падения метеорита сначала хотели использовать в качестве снаряда графит, но, рассчитав скорости и энергию удара, пришли к выводу, что графит попросту не выдержит. Жертвой эксперимента станут алмазы, выращенные специально в подмосковном Троицке. Прочнейший кристалл по своему составу больше всего подходит для этих уникальных опытов. Если я возьму, сделаю большой бриллиант, во-первых, кто мне даст его метать? Это очень дорого будет, но КПД этого эксперимента было бы не совсем хорошим. Тогда я беру много маленьких бриллиантиков. Углерод, из которого состоят бриллианты и алмазы, есть и в небесных телах. Это самый важный для синтеза химический элемент. Именно углеродные структуры будут изучать в лаборатории после выстрела из пушки. Эксперимент покажет, что с ними произойдет при сильнейшем ударе. По расчетам ученых, во время удара появится факел плазмы с чудовищным выбросом энергии и ярчайшей вспышкой. Она на западе, на высоте нескольких градусов. Рядом с ней может быть звездочка Марс. Над Москвой безоблачно, и комету Панстарс можно рассмотреть в ночном небе. Пока через бинокль, спустя время и невооруженным взглядом. Удивительно, но комета движется хвостом вперед, каждую секунду выбрасывая в пространство тонны водяного пара. Солнечный ветер растапливает лед кометы и сдувает эти частицы гораздо быстрее, чем перемещается тело. Обычное явление, а мнение, что хвост всегда движется за кометой, попросту ошибочное. Сейчас комета уже в полном рассвете выглядит очень красиво. Вот так вот она выглядела из южного полушария. Упаковать телескоп, объективы, окуляры и в горы. Там, вдали от больших городов, которые ярким свечением мешают изучать купол неба, астрономы могут в деталях разглядеть комету Панстарс. Попытаться поймать ее за хвост и заглянуть в ядро этого мистического тела с секретным кодом всей истории мироздания. В 1989 год. Бушуют природные катаклизмы. С карты мира исчезают одни государства и появляются другие. Однако о реальной угрозе человечеству никто не знает. К Земле приближается 300-метровый астероид Асклепий. Неопознанный объект засекает военные системы контроля космического пространства, когда астероид уже отдаляется от Земли. Асклепий пересек точку, в которой наша планета была лишь несколько часов назад. Это тревожный звонок. Земля крайне уязвима. Вопрос об астероидной опасности, об опасности ударов был осознан сравнительно недавно, буквально в последние 20-25 лет, когда человечество поняло, что столкновение с Землей космических тел может обернуться катастрофой. Главная Пулковская обсерватория Академии наук. Здесь наблюдают за космическими странниками почти 200 лет. Самые мощные в России телескопы для изучения пришельцев из Вселенной. Однако у астрономов не так много возможностей для наблюдения. На планете совсем не осталось мест, где обсерватории без помех могут исследовать космос. Яркий свет мегаполисов, загрязнение атмосферы мешают наблюдениям в оптические телескопы. Он может поставить глаза, но он сам доводит свой необходимый объект, переходит к другому. Телескоп сам в автоматическом режиме следит за целью, а ученый получает данные через интернет в любой точке планеты. Открытие последних лет — астероид со сложным названием 2005YU55. Потенциальный убийца диаметром 400 метров – самый большой из известных объектов, который грозит нашей планете в ближайшие десятилетия. Под прицелом не только Земля. Он периодически сближается на расстоянии, например, 100 тысяч километров с каждым из этих объектов. Его, так сказать, судьба, она будет, конечно, трагичная. Либо он столкнется с Землей, возможно, с Венерой или Марсом. В случае падения, так сказать, например, на Землю, это будут катастрофические последствия. Человек научился строить космические корабли, вырабатывать ядерную энергию, передавать информацию на расстояние, но почти ничего не знает об угрозе из космоса. Потенциально опасных для Земли космических объектов великое множество. Если говорить о телах опасных размеров от 50 и более метров выше, то наши знания ограничиваются только 1% таких тел. Астероид-убийца может появиться в любой момент, и никто не ударит в колокол. Через неделю, например, да? Да, вы можете спокойно, ну как спокойно, то есть уверенно так сказать, как астроном, что пока мы не гарантированы от таких совершенно неожиданных появлений тел, ну уже опасного размера, вот буквально незадолго до их возможного столкновения. Сейчас не гарантирован, мы слишком мало знаем. Все готово к выстрелу. Подходить к грозному орудию запрещено. Если эксперимент будет удачным, то наука окажется на пороге важного открытия. Выстрел. Удар. Примерно так миллионы лет назад огромное тело астероида вонзилось в Землю. Камера, фиксирующая 100 тысяч кадров в секунду, записывает уникальные изображения. При ударе возникает ярчайшая вспышка. Даже по первым кадрам ясно – это плазменный факел. Тело очень быстро входит в мишень. Вот это метеорит очень быстро входит в мишень. Поэтому тепло отдать куда-нибудь не успевается. Тепло остается там, сосредотачивается. Получается страшный перегрев, высокая очень температура. Ну, как в взрыве, и все это разлетается. Тысячи и тысячи градусов в эпицентре взрыва. В такой среде все химические реакции протекают в миллионы раз быстрее. Лучших условий для синтеза новых соединений придумать сложно. Что же происходит при ударе небесного тела о Землю? Это станет понятно после изучения вещества, которое образовалось после удара. Ясного неба не видно неделями. Россию весь март терзают снегопады. На Архызе тоже непогода. Но вот облака расступаются, и над острыми шпилями Кавказских гор нависает бездонное звездное небо. Панстарс должна вот-вот появиться. Я думаю, что сегодня 90%, что мы увидим комету. Вопрос только когда. Комету будет видно до середины весны. Тогда Луна станет не такой яркой, и наблюдать за Панстарс будет еще лучше. Ее видно невооруженным взглядом только в темных местах. Это далеко от города. Ну а лучше всего смотреть в бинокль. Шанс рассмотреть такую большую хвостатую гостью выпадает раз в 10-20 лет. Я думаю, что само ядро Панстарс должно быть где-то порядка нескольких десятков километров, не больше. А кома, которая состоит из частиц, очень разреженный материал, он по размеру будет, наверное, как Солнце, несколько миллионов километров. Огромную часть небесных тел, летящих к Земле, трудно заметить в телескопы. Дело в том, что метеорные потоки идут от Солнца. На фоне светила в телескоп просто ничего не видно. Такие непредсказуемые объекты астрономы называют тауридами. Возможно, из подобного потока вырвалось тело, упавшее в районе реки Тунгуски в 1908 году. Тело диаметром 50 метров за счет скорости оказалось сильнее водородной бомбы. Упади метеорит на 7 минут раньше, Санкт-Петербург был бы стерт с лица Земли. Катастрофа может случиться в любое мгновение. Площадь поражения Тунгуски, когда накладывают на карту, например, Москвы, то это поражение в пределах МКАДа. То есть от тела с размером порядка 80 метров может пострадать вот такая территория. Подобное тело могло принести немало бед в 2002 году. В 700 километрах от Иркутска упал Тунгусский метеорит 21 века. Специалисты нарекли его Витимским телом по названию реки, возле которой это произошло. Ученые полагают, что это был не метеорит, а обломок кометы из смеси льда, пыли, замерзших газов. После его падения образовались токсичные вещества. Его не заметили, когда он летел. Астероиды, кометы, у которых наклонение орбиты большое, мы их просто не знаем. Каждые сутки на Землю падает до 1000 тонн космического вещества – метеоритов. Когда в ночном небе стремительно падает звезда, и мы загадываем желание, то это, конечно же, никакая не звезда. Это тоже метеориты. Однако, кроме угрозы, они несут еще и пользу. После смертоносного удара о Землю вырабатывается огромная энергия. Место столкновения раскаляется до 1 000 000 градусов, и начинается зарождение полезных ископаемых. И вот в этом адском котле начинается переработка вещества. Первое полезное ископаемое, которое осознанно обнаружили уже как продукт удара, это были алмазы, которые нашли в кратере Попигай, вот на севере Красноярского края, на севере Сибири. Алмазы, соль, сланцы, никель и даже нефть. В Соединенных Штатах Америки в таких метеоритных кратерах ежегодно добывают углеводородов на миллиарды долларов. Россия, богатая своими природными ресурсами, пока подобные месторождения не осваивает, хотя их находят все больше. Каждый год на Земле находят новых 3-5 новых метеоритных кратеров. Каждый год. Самое крупное небесное тело, размером в 20 километров, когда-то упало на территорию Южной Африки. Теперь это кратер Вредефорд, диаметром в 300 километров, с городами и селами внутри. А самый серьезный след в истории оставила комета, столкнувшаяся с Землей в районе мексиканского полуострова Юкатан. Это произошло 65 миллионов лет назад, и обычно с этим связывают сильные изменения, очень существенные изменения в биосфере Земли, поскольку до 80% всего живого тогда погибло на Земле. Падение тел размером более 1 километра приводит к последствиям глобальным, неважно, где оно упадет. Мало не покажется никому, но 10 километров тем более. Так вот, до 80% живого погибло, и, возможно, вследствие от падения этого тела вымерли и динозавры. Такой сценарий наша планета переживала не раз. Вымирание всего живого, говорят палеонтологи, нормальный процесс. Причину планетарной гибели, как правило, связывают именно с падением больших небесных тел. В этом случае ударная волна сметает все с лица Земли, поднимая в воздух миллионы тонн пыли. Считается, что астероиды более километра, если сталкиваются с Землей, то возникает глобальная катастрофа, и человечество уже в данном случае не выжить. А А что такое количество пыли, выброшенное в атмосферу и стратосферу? Это то, что получило название ядерной зимы, но только без радиоактивного распада. Почему? При ядерных взрывах крупных тоже такое может произойти. Но суть-то здесь не в том, что ядерный распад губит живое, а суть в том, что вот эта пыль, выброшенная в атмосферу, перекрывает доступ солнечным лучам к поверхности Земли. Наступает похолодание. Похолодание на десятки градусов, на несколько месяцев, а при более крупных ударах и год, и больше. Комета Панстарс, теряя миллионы тонн льда под действием Солнца, неуклонно приближается к Земле. Угрозу она не представляет, однако, изучив ее, можно понять природу космических странников, которые миллиарды лет назад были довольно частыми гостями на нашей планете. Хвост сейчас виден в первую очередь прямо направленный вверх от Солнца, это пылевая компонента. При наблюдении в телескоп можно заметить, что он веерообразный. Именно эти хвостатые болиды, по одной из версий, создали на нашей планете океаны и моря. Кометы, эти сгустки льда и газов, образовались при зарождении нашей Вселенной. А миллиарды лет назад Земля подверглась активной бомбардировке астероидов и комет. Они-то и сформировали ее ландшафт. Они несут в себе достаточно большое количество воды и минералов, поэтому их исследование может пролить свет на вопрос о образовании жизни на нашей планете. Не исключено, что жизнь была когда-то занесена в результате падения крупной кометы. Вот она, воронка от выстрела алмазами в прочнейшей металлической пластине, которая имитировала поверхность нашей Земли. Металл за доли секунды расплавился от чудовищного удара и воздействия плазмы. Модель метеорита вонзилась в образец и образовала воронку с рваными краями, такой же формы, как многие кратеры на Земле – Вредефорд, Юкатан, Смердящее. Именно в этом кратере, возможно, кроется важнейший секрет Вселенной. Когда произойдет этот удар, среда разрыхляется. Если там лед, этот лед тает. Эксперимент окончен, но предстоит еще огромная работа. Сложнейший анализ вещества, которое образовалось при ударе алмазов. В помощь ученым уникальные съемки эксперимента. Подобных кадров нет ни у одной лаборатории мира. Теперь, когда проблема метеоритов и астероидов взбудоражила всю планету, эти данные особенно актуальны. Неожиданное пришествие Челябинского метеорита поставило перед человечеством много вопросов. Даже если угрозу из космоса можно заметить, то что делать дальше? Скажем, за месяц, если мы выясним, что объект будет размером 100 метров, столкнется с Землей, мы ничего не успеем сделать, видимо. Скажем, за несколько месяцев, наверное, можно будет. Да и то при готовности соответствующей инфраструктуры, космических средств, ракеты и так далее. Варианты спасения от космических визитеров разные. Разрушить ударом с Земли – самый простой способ, но при этом самый непредсказуемый. Вместо одного большого тела может образоваться метеоритный дождь, который накроет гораздо большую площадь. Есть и более реалистичные идеи, как отразить атаку из космоса. Может быть, какая-то система космических аппаратов, которые могут потенциально парировать, то есть направляться в потенциально опасные области космического пространства. И, если мы говорим о столкновении, да, просто взаимодействовать с небесными телами, не допуская их до Земли. У человечества еще есть время изучить незваных пришельцев. Сначала в 2029, потом в 2036 году Землю ждет встреча с 400-метровым астероидом Апофис. Угрозу столкновения ученые могут рассчитать за 7 лет до возможной катастрофы, на предпоследнем витке, когда Апофис будет на расстоянии 40 тысяч километров. Это то место, где у нас обращаются вокруг Земли искусственные спутники, ретрансляторы, там спутники-шпионы и так далее. И он будет виден невооруженным глазом. Российские ученые уже разработали план отправки к Апофису ракеты с радиомаяком. Его можно установить на поверхность тела или запустить на орбиту астероида. Только тогда положение убийцы в пространстве будет известно. Рассчитав траекторию, надо отправить вторую миссию к Апофису и отклонить его от Земли. Нужно туда прежде всего привести радиомаяк, который бы нам позволил определить его координаты точно. И второе, конечно же, вторую задачу – это исследование Апофиса как небесного тела, тоже очень интересно. Апофис, он действительно большой объект, действительно к нам близко подходит и представляет собой уникальную возможность исследовать нашу возможность противодействовать этим объектам. То есть на примере данного астероида мы можем опробовать способы, насколько мы можем точно рассчитать, насколько мы можем точно ударить, точно изменить орбиту в случае необходимости. Международная космическая станция. Форпост человечества в космосе. Орбитальный дом для космонавтов. Здесь выражение «мой дом, моя крепость» имеет буквальное значение. Металлическая оболочка станции отделяет космонавтов от враждебного космоса. Любое повреждение модуля означает разгерметизацию и угрозу жизни экипажа. Первое действие космонавтов – это опознать, что произошло. Это, безусловно, лэптоп, на котором тут же дается сигнализация о безопасности. Где сработал, в каком объекте, что произошло. В марте 2007-го космонавты Федор Юрчихин и Олег Котов совершали плановый выход в открытый космос. Уже заканчивая работу, один из космонавтов случайно заметил на обшивке станции нечто необычное. В оболочке была пробоина, будто от выстрела из крупнокалиберного орудия. Но откуда взяться пули в космосе? Угрозу для станции представляет любой космический мусор, даже маленькая, очень маленькая дырка в станции может привести к утечке воздуха с борта станции. Это означало, что, возвращаясь на МКС, космонавты могли попасть уже в мертвую станцию, где нет воздуха. То, что было столкновение станции, на самом деле это было, мы зафиксировали это во время первого выхода. Мы увидели небольшой след от микрометеорита на обшивке станции. Его сфотографировали. Тогда все обошлось. Внешняя обшивка выдержала попадание метеорита. Но после этого случая защиту МКС усилили. За время полета станция совершила десятки маневров уклонения от опасных объектов. Кроме метеоритов, враги станции, старые спутники, отработавшие ступени ракетоносителей, их фрагменты, попросту космический мусор, результат деятельности человека в космосе. В дальнейшем количество космического мусора будет только возрастать, а темпы запуска все увеличиваются. Я имею в виду в среднем в мире, с учетом того, что больше и больше становится космических государств. И вот эта опасность уже представляет более чем реальную опасность. И в ближайшие несколько десятилетий это станет проблемой очень серьезной, вплоть до прекращения космической деятельности, если этой проблемой не заниматься и ее не решать. Вокруг Земли образовался пояс из мусора, который в ближайшие годы станет серьезным барьером освоения космоса. Уже сегодня он осложняет запуски на геостационарную орбиту под угрозой работы навигационных аппаратов и спутников связи. И эта проблема стоит не только перед космическими державами. Информацией с орбиты сегодня пользуется все человечество. Для того, чтобы создать для Земли прочную защиту от такого рода неприятных, так сказать, и неслучайных знакомств, конечно, надо закладывать основу для международного сотрудничества уже сейчас. Одно из самых мощных средств контроля за космическим пространством – российский оптико-электронный комплекс «Окно» в Таджикистане – распознает орбиты опасных объектов на высоте от 2 до 40 тысяч километров. Обсерватории в Пулкове, Звенигороде, Семиизе, на пике Терскол, в Архызе наблюдают за космическим мусором, опасными астероидами и метеоритами уже не один десяток лет. Но чтобы встретить угрозу из космоса во всеоружии, этого мало. Мы должны понимать, как эту опасность устранить. И готовиться должны к этому заранее. Варианты устранения, они существуют, они реальны. Если поработать над их совершенствованием, и тем более в международном масштабе, это не будет не накладно для какой-то одной страны, а реально и осуществимо. Поскольку каждая страна ограничена какой-то территорией, то, естественно, глобального наблюдения только с территории одной страны как бы не получается. Да и вообще достаточно дорогая, сложная и теоретически, и практически эта задача, плюс финансово емкая. Необходимы более мощные телескопы и глобальная система обмена данными. Угроза из космоса не проблема отдельного государства, а вопрос планетарного масштаба. Команда Георгия Манагадзе изучила вещество, полученное в ходе эксперимента. Имитация падения метеорита обещает стать большим открытием. Оказывается, в плазме после удара возникла среда для эволюции. Начался синтез, и образовались органические соединения, простейшие формы живой материи. Да, возможно, возникла жизнь в плазменной среде, не жизнь, опять-таки, а простейшие формы живой материи. Еще проще, условия для возникновения простейшей формы живой материи произошли именно в ударе, и там была нарушена симметрия и все такое. Вот это мы получим. Возможно, в плазме при падении небесного тела много миллионов лет назад образовались первые простейшие существа. Астероиды и метеориты, эти молчаливые убийцы, которые сегодня угрожают человечеству, оказывается, переносят жизнь в разные уголки Вселенной. Именно такому каменному телу, вероятно, мы обязаны своим появлением. Визит космического монстра грозит не только массовым вымиранием, но и появлением ростков новой жизни. Если человечество и не переживет апокалипсис, спустя время мы возродимся. Этой суровой поздней весной в северном полушарии нашей планеты можно было наблюдать за ярчайшей кометой Панстарс. Беды эта комета не принесла. Пророчества пессимистов не оправдались. Но так ли безоблачно наше будущее, как казалось совсем недавно? Чтобы не повторить судьбу динозавров, человечество не должно бездействовать. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the one thing. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. That's one small step for man.